Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» я расскажу о том, как получить карту МИР для студентов в Сбербанке с бесплатным обслуживанием. В Сбербанке есть такая карта с названием «Молодежная» и выдается она лицам с 14 до 21 года. И такая карта имеет разные платежные системы, в том числе платежную систему МИР. И если вы студент, у вас перечисляются стипендии именно на эту карту, то обслуживание этой карты будет бесплатным. Но есть еще, кстати, и другие варианты. Если, например, вы тратите более 5000 рублей в месяц, либо получаете стипендию, либо зарплату, в этих трех случаях обслуживание всегда будет бесплатно. Если же вы не выполняете эти условия, то плата будет составлять 40 рублей в месяц. Карта эта очень удобная, вы сможете оформить это самостоятельно. Если у вас уже есть, например, дебетовая карта, вы сможете зайти в мобильное приложение Сбербанк онлайн и оформить дополнительную карту. Если у вас нет уже еще, вернее, карт Сбербанка, то вы можете зайти на официальный сайт Сбербанка и онлайн самостоятельно подать заявку на оформление карты. Там вы как раз таки должны будете выбрать, какую платежную систему вам нужно. Если нужно МИР, соответственно, мы выбираем МИР, вносим все ваши данные, ну и соответственно ждем получения карты. Карта это обычная дебетовая, то есть абсолютно все операции, как у обычных дебетовых карт, есть у этой молодежной карты. Точно такая же бонусная система, с помощью которой можно получить 30% от покупок в магазинах-партнеров, плюс, конечно же, снятие наличных, пополнение наличных, различные переводы, погашение различных услуг. Все это, конечно же, присутствует. Только лишь самое главное отличие в том, что выдается она только лицам до 21 года. Ну, еще раз повторюсь, то, что бесплатное обслуживание обязательно будет осуществляться, если вы студент, ну и, конечно же, получаете стипендию на эту карту. И, кстати, когда вы будете оформлять карту, то еще есть такая возможность за 500 рублей заказать себе какой-то индивидуальный дизайн. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала «Банковский». Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!